кто сегодня подорвался вдруг внезапно тогда в Ярик. Привет, зритель. Давно я не писала на камеру, не считая тех видосов, которые снимала в деревне. И тех видосов, которые снимала в деревне до этого, и обзоров, которые я там снимала в Абхазии. Я что-то вообще забыла, когда последний раз что-то снимала. Помимо того видоса, который сняла на телефон с этой птичкой, и этих стримов, которые регулярно стараюсь сделать. Короче, как кто в курсе был, видел, читал, лайкал даже пост, 17 человек, кажется, лайкали еще Оксана мне из Ревды, все время забываю ее фамилию, точнее, ту фамилию я забыла, а эту фамилию я еще не могу прочитать, но я помню, как она выглядит. Писала, что она бы хотела встретиться, но она у черта на куличках на Урале, а я у других у другого черта на других куличках в Угличе. Короче, я хотела в августе сгонять в Ярик. Потом я думала в августе, в середине, в августе, в конце. И тут меня что-то вчера клюнуло в саду. Я вообще в сад поехала на часика полтора максимум. Думаю, приеду, у меня тут яблоки разберу, варенье доварю, значит, этот перевод доперевожу, и хрен. И припахалась я там, короче, на весь день потом. Еще и в гости зашла на 5 минут, и на час где-то осталось. А короче, в общем, как-то так сначала думала, потом не думала, потом передумала. И думаю, если будет в 10 нормальная погода, то ломанусь. Потом мне родичи говорят, что типа хрен ли, можно же зонтик взять. Но я думаю, если будет вдруг внезапно град, жуткий сильный ветер, дубак и вообще трындец, то не поеду. Ну, смотрю, в 9 утра, даже раньше 9 проснулась. Причем меня не кот разбудил, сама что-то проснулась. И такая хорошая погода, думаю, на 11 я поехала. Но я стабильно на 11, раньше ездила на 11-часовом Ярик. И я так инкогнито совершенно поехала. Знали 2 человека, плюс я уже, ну, как бы 2 человека местных, близкородственных. И 1 человек не родственник, но, скажем так, близкий человек. И что-то я никому так вообще не сказала и поехала. Но потом уже, когда я все практически купила, что хотела, я уже как бы немножко себя засветила. Ну, скажем так, очень круто гулять одной по магазинам. Вообще очень круто гулять по магазинам, по тем магазинам, по которым нужно. А не как вот мне несколько лет подряд было с разными людьми, что я хочу в одном магазине. Я помню, в этом спортмастере перчатки велосипедные мне надо было купить. Я хотела спокойно выбрать. Но у меня над душой 2 человека торчало, которые так жаждали со мной дружить, что ни одна, ни другая меня знать не хочет. Со спиной другой я даже сегодня практически столкнулась. Короче, в общем, мне надо было ремень. Потому что тот, который такой красивый ремень на обзоре шмоток, он у меня порвался. Причем я подозревала, что у него будет отклепываться такая фигня, которая вот ободочком шла, потому что у меня такая фигня была на сумке, таким мешочком из центра, блин, я же хотела в центр в ауре зайти, но я, во-первых, его не заметила, во-вторых, видимо, я про него забыла, не зашла, но мне не пришлось туда заходить, потому что купила в итоге в другом магазине, я даже не помню название магазина. Короче, я что-то стремалась покупать похожие ремни, но тут вроде как в коте, значит, единственный ремень вменяемый, единственный нашла в коте, и купила, и все вроде так красиво, хороший ремень, там какие-то узорчики внутри, и вот эти узорчики внутри, они у меня вот так вот порвались в деревне. У того, у кожаного из черного кота, который у меня лет 5, наверное, если... ну да, лет 5 он мне служил, если не больше, у него брешка отвалилась вообще как-то так вот. А у этого, причем в деревне, а у этого просто он порвался, я еще думаю, возьму эту фигнюшку с бряшкой, присобачу, может, как-нибудь к тому ремню, и будет мне счастье, потому что ремень мне очень нравился. Но что-то в итоге бряшка у меня там осталась, и, в общем, оба ремня мне в деревне ласты склеили, один кожаный, другой не кожаный. Тут он не кожаный, но я посмотрела, кожаный примерно такой же фигней обделанный, как мой был предыдущий. И мне даже в одном магазине женщина посоветовала, я 7 магазинов Аури обошла, причем нашла ремень. Ну, типа того, что бывают такие плетеные, кожаные, там любую дырку можно воткнуться, вам типа самое то. Но я видела такой, но не кожаный, думаю, что плетеный, тоже фиг знает, порвется. И прикол, я, в общем, один и тот же ремень в 6 магазинах видела от первый ремень 230 рублей. 599, 799, 899, 899, 899. И в последнем магазине, где я, в общем, была, кстати, везде, где заходила, очень вежливо
продавцы, консультанты. Еще не успел зайти, тебя уже с тобой уже поздоровались. И не надо искать там человека, чтобы спросить, вот где у вас эти ремни, допустим, да? Проводят, покажут, посоветуют. И даже не будут втюхивать какое-то говно, если тебе оно как бы не понравилось. Или не будут втюхивать не говно, но что-то, ну, что-то хорошее, вот тот же кожаный ремень, если он по каким-то меркам не подходит. В общем, в итоге я купила ремень. Мне выдали вот такой пакетик. Спросили, у вас есть наша карта? Я говорю, нет вашей карты. Я говорю, вообще тут, говорю, в первый раз. И в лучшем случае раз в год буду приезжать. Ну, у нас эта карта дается, если на 5000 что-то купишь. Я думаю, блин, у меня с собой-то всего 5000. Сразу любопытный, цепляющий ухо, глаз, взгляд, пытливый ум зрителя спросит, откуда у тебя 5000, ты тут все жалуешься, что у тебя нет денег, но иногда они случаются. Допустим, Лёлик взял в долг, чтобы потом не... Ну, скажем так, в конце августа меня ждет выплата с YouTube, с рекламы. Мы вторые $100. Спасибо тем, кто смотрит рекламу в моих роликах. Я подумала тогда съездить, а тут что-то я без ремня, а на веревочке как-то, ну там этот, типа такой поясок, они как-то совсем не держатся. Я вся такая страдальная, и некоторые вещи я хотела еще с начала лета, но все что-то в долгах ходила, да тут еще курьерская служба в Японию вышла слегка дороже, чем я думала. В итоге вот совсем без денег было. Ну не поверишь, зритель, я неделю прожила на 200 рублей. Ну, она покупала хлеб, яйца, еще чего-то, а остальное у меня все такое с огорода. Вполне себе реально прожить. Я еще так подумала, выкидывая в Инстаграм... Видимо, я так соскучилась по говорению с камерой. Что я говорю тут обо всем. Выкидывала в Инстаграм фотку совершенно бюджетного салата с овощами. А потом сижу так, скидываю и думаю, блин, это для меня бюджетно. А у кого нет огорода, они же это все покупают. И иногда местами это совершенно не бюджетно стоит. Опять же, тот момент, что надо оценить то, что имеет. Короче, вот такой вот мне пакетик упаковали. Оказывается, он слегка разный по цветам. Вот здесь у нас ко мне, который желтый, голубой и такой типа розовый или не совсем розовый. А тут у нас оранжевый, голубой и фиолетовый или синий хз. Может, тут где-нибудь написано, кто это делал. Нет, тут, видимо, пакетик сам по себе. И дальше хоть мне продавец, мальчик, там вот там было два продавца. Ну, в смысле, два мальчика. Мальчик, который вот мне при входе поздоровался с... Там это типа подошел, потом объяснил, что как. Мальчик, который в кабинках этой, ну, переодевалки, раздевалки, примерялки был. Забыла, как это называется. И девочка на кассе. Ну, такие вполне себе мальчики. Ну, конечно, я слегка это удивилась. Ну, есть такие мальчики, которые мальчики, а есть такие мальчики, ну, почти как девочки. Или, ну, какие-то такие, ну не совсем мальчики, не кондиция, а такие мальчики. И вроде как бы мальчики такие, ну, как бы ухоженные, хорошие, красивые мальчики. Без всяких вот этих ужимок, ну, как-то не ожидаешь в подобном магазине мальчиков. Хотя они были почти в разделе мужской одежды. И там, примерочная вспомнила. Примерочной, пока я ходила, ошивалась и смотрела, что вообще есть в этом магазине. Там мальчики мерили в примерочной, которые покупатели, ну, в смысле, мужчины, мужеского пола люди. И одел как раз мужской одежды, и, в принципе, нормально, когда в мужском отделе мужик вам, мужику посоветует, что лучше купить, да? А в женском отделе женщина. Ну, вот иногда мужчина женщине тоже может посоветовать что-то. И он мне пытался втюхать кожаный ремень узкий, я не понимаю, нахер... Пардон. Случайно вышло, нахрена мне узкий ремень? И еще, я так говорю, он узкий. Он говорит, ну сейчас же все джинсы бывают, брюки с узкими вот этими. Я думаю, я вообще не встречала никаких джинсов и брюк. И вот, учитывая, что джинсы я недавно покупала, сравнительно вот весной, узкие вот эти штучки, там вполне нормально, стандартно. И, а на меня так смотрел один ремень. И хоть мне втюхивали другие два ремня, один такой бежевый, который, ну, вообще, ну, ярко-бежево-оранжевый, скажем так, который, ну, ну ни к чему. Типа он будет выделяться. Думаю, нахрен мне, чтобы выделялся, мне надо, чтобы он держал, блин. Чтобы оно не сползало с меня, это старые эти джинсы. Значит, ты зеленый. Ну, это типа там еще что-то. И вот
то, что я увидела, и оно смотрело на меня, я смотрела на него, у нас с ним такая вот, прям любовь с первого взгляда возникла, но я думаю, понимают меня те, у кого с вещами такая бывает, не только с вещами, вообще с продуктами. Хотя моя подруга говорит, что если такое случается, то ты, Лёля, шопоголик. Короче, если с вами такое случается, то вы шопоголик. Или же вы меня должны понять, ну, когда вот, знаете, так идете. И одна вещь, как вот та сумка моя индийская, которую год назад покупала в Ярике, магазин этот закрылся почему-то. Вообще там Кантата закрылась, и Фраше, я знаю, что закрылась, действительно закрылась. Куча каких-то других магазинов наоткрывалась. Ну и, в общем, оно смотрело на меня и хотело, чтобы я его купила. Я смотрела на него, и у нас с ним была взаимная любовь. И мне типа говорят, вот, ну это такой вот, ну вам же не надо такой ремень, такой вот, ну он какой-то яркий, он какой-то, ну, прям экстравагантный. То есть я думаю, значит, вот эта ярко-рыжая узкая, не пойми чего, хоть и из кожи. Это значит ништяк к темно-синим джинсам. А вот эту прелесть, это уже вообще трындец, да? Оно там шло какое-то типа по скидке. Я его в примерочной примерила. Типа белая ниточка, красная ниточка, зеленая ниточка. Сделано в Китае 100% полиуретаника. Полиуретане. Ну, я заметила, их они везде сейчас эти полиуретане. Но выглядит он намного качественнее и лучше, чем вот другие, чем та кожа, которая была кожа. Хотя я не читала состав кожи или там. Ну и вышел мне этот ремень. Тут, в общем, как оно называется, Эверест. Видимо, это Эверест магазин назывался. Ремень. XS. XS размер. Что-то я вдруг вспомнила, хотя я там конкретно так давно уже месяц не занималась, наверное, в рукописную, только так, с телефона, когда лежу в кроватке. Или сижу где-нибудь, вдруг внезапно вспоминаю, вместо какого, ну, допустим, пытаюсь позвонить, а мне вылазит моя японская приложенька и как бы намекает мне, хрен ли ты мной не пользуешься, давно забыла. Я вот как-то редко, но меско и вот так в обхват конкретно. Вот тут что-то вспомнила, это XS 902 ремень. В общем, оно у нас... Я опять, что ли, какой-то пятый угол нашла, потому что на ценнике кусочек моей крови. Да. Трио ПКФМ Эверест. Сделано, кстати, в Ставрополе. Или Эверест это что-то другое. Ну, на чеке у меня тоже был Эверест. Тут так как-то все размыто. 14.06.2019. Ну, короче, где-то вот месяц лишним назад эту цену поменяли. Точнее, была другая цена. Была цена 1799, стала 719. Вот за 719 оно мне в итоге и обошлось. В общем, вот. Такой замечательный ремешок. Он слегка, может, поуже того, который у меня был. Бряжка тут не такая массивная, как на том, на предыдущем. Но он пошире, чем тот, который мне пытались пентюрить. Причем, ну, где-то вот две трети... Ну или половинка даже, в два раза пошире, чем то, что мне пытались пинчурить. Я понимаю, ему удобнее продать то, что подороже. Продавец все-таки. Ну вот, в меня влюбился этот ремень, а я в него. Там еще такой же остался, чуть покороче. И вот пакетик мне с ним дали. Вообще, моя первая покупка была, это та фигня, про которую... Которая поможет сделать стрим с кухни с телефона. Я ее достану, мне там еще чек где-то, видимо, в сумке, потом на сумку у меня уже там. И там какая-то 15% скидка на следующую покупку. Ребята стояли так вот, как бы два отдельных, оказалось, один магазинчик такой. У лесенки в том месте, где раньше был и Фраше в Лауре. Чиз! Чизу! Держатель телефона с зеркалом. Ух ты! Для селфи основной камерой. Для селфи основной камерой. Ну, я объяснила, что мне надо. Мне, а он вот такой же, только без... Ну, этот уже как бы просто в коробочке там. То, что на витрине, скажем так, стояло, оно стояло на подобном штативе, только черном. Как мой, только мой серый.
И вот так же было присобачено. Я говорю, мне говорю, надо универсальный держатель. Я говорю, извините, пожалуйста. Да, здравствуйте, здравствуйте, извините, пожалуйста. У вас, говорю, есть универсальный держатель для смартфонов, так, чтобы его можно было на штатив присобачить, ну, прикрутить. Мне говорят, вы, наверное, вот про это. Я говорю, да, про это. Ну, достала телефон, говорю, оно подойдет. Говорит, подойдет. Там типа что-то отсоединяется. Я видела его за 500 с чем-то на Ситиринке, который у нас в Углич доставляется на базу выдачи где-то там, не знаю, платная у них доставка или бесплатная, хз. И такой же видела, ну, похожий, короче, видела вообще за 70 рублей, но там какая-то доставка примерно по цене самого продукта в Ситиринке. Это у нас импортер Трио Компьютер 21 век, Ярославль, улица Володарского. Сделано в Китае. Ну, сейчас много чего делается в Китае. Держатель совместим с моноподами. Чиз! Чидзу! СП-101, СП-201, СП-301, трипод ТП-121 и аналогичными устройствами. Сейчас мы его... Ой. Ну да, Лёля вскрывает, как же. Чтоб Лёля вскрыла что-то нормально. UH-1M. Это, видимо, модель. Вылазь. Вылазь уже. Оно не хочет вылазить. А, вот еще эту фигню надо было достать, чтобы оно вылезло. В общем, вот такая маленькая хренатинина. 400 рублей стоит. Там еще такие есть, если что. Я так поняла, что вот это вот... Да, эта фигня вот выдвигается и ставится сюда телефон, но он у меня на зарядке, потому что он практически полностью разрядился, а я что-то забыла. Да, и тут реально зеркало, и тут такая вся, ух ты. Ну, в общем, как-то вот так. Не знаю, на кой хрен тут зеркало. Но тут дырка такая же, как вот на моей Соньке, в принципе. Так что, держись, народ, буду стримить с кухни с телефона. Может, как готовлю, может, как ем, может, как все вместе. Вообще, я знаю, что с этой камеры можно стримить. Я еще в начале года, в январе, читала и ролик смотрела, и инструкцию видела, и в закладке засунула ролик. Но как-то руки совершенно не доходили это все сделать потом с ноутбуком. Когда-нибудь доберусь. Я тут, значит, это... С устатку я начинаю разочаровываться. Мое милое доброе создание по-другому реагирует организмом на усталость. И тут, значит, я прошу человека помочь, а человек мне так это как-то меня игнорит, как-то так это нет, да нет, нет, да нет. Я думаю, это вообще офигеть. Вроде так уже думаем одинаково, а тут нет. А потом выясняется, что человек, ну... Короче, мне говорят, ну я вот такой вот, ну как бы меня на опинать, опинать. Я говорю, ну ты раздолбай, я раздолбай. Короче, вот в каких-то местах я тоже раздолбай. Так же, как мой близкий друг. Так что, если кто-то там что-то иногда вякает с обидой, что вот ты обещала и забыла, или ты, по большей части, кто-то просил меня что-то, я делаю, да. Я забыла, я могу забыть, я знаю, что я забываю, про что-то такое забываю. Вы меня почаще пинайте. Может быть, попадете пинком как раз в тот момент, когда у меня свободное время, и я думаю, этим заняться или тем, а тут, о, я же забыла про такую фишку делаю. Мне, правда, прикол был. Одна фейхуа в зеленой юбке. Не знаю, правда, может, она и не в зеленой юбке. Короче, одна фейхуа. Сначала мне, думаю, ну, вот меня заметила такая фишка, вот я на тифаретнике... Не буду материться, потому что хоть это слово и не матюгальное, но все же ругательное. Короче, социальных гомосексуалистов, у меня на них нюх. Короче, на тифаретнике был. Вот, что не пишет человек, даже вот просто коммент мне или где-то коммент или пост пишет. Я уже понимаю 6-м, 10-м, 25-м чувством, что вот ну, он вскроется. И у меня эта чуйка никогда мне не подводила. Вот так же в комментах иногда человек пишет. А я даже, может, и не помню, писал мне этот чел комменты или нет, или вообще первый раз пишет. У меня ощущение, вот будто человек, вот, ну, скажи ему в какой-то момент нет, и из него польются реки словесной канализации. И вот была у меня такая одна, ник у нее оранжевым высвечивался. Или квадратик там вместо аватарки высвечивался оранжевым. Короче говоря, была такая одна мадама.
три месяца назад объявилась с того, что оплевала меня с ног до головы. Потом вдруг стала дифирандить. А потом, вот знаете, я заметила, не, кто адекватный, нормальный, мне подобный коммент написал, не принимайте на свой счет. Потому что иногда все-таки одинаковые мысли в разные головы приходят, бывает такое часто, иногда. Тишенька, суперкот, Лёля, тебе так повезло с котом, что-то в этом роде. Вот когда я вижу что-то подобное, у меня включается такой маячок, щелкает что-то такое мозгу, и я понимаю, что я что-то уже читала у какой-то кисы Кошкиной и прочих таких вот этих фейхуа. И вот тут, значит, человек что-то мне такое выдал. А выдавал еще так вот, знаете, вы куда-то едете на отдых, болзливое видео, да? Едете на отдых и не предполагаете, что что-то... Ну, просто надо отдохнуть, бывает даже от всего. Но иногда что-то снимаете и выкладываете. Вы это делаете по собственному желанию, просто так вот. Ну, как бы, спасибо, что выложил, да? А тут к вам такие претензии. У меня еще в Абхазии эта мадам задолбала. Я даже на ролике, который еще последний абхазский ролик, который наполовину в монтаже, не домонтировала. Думала вырезать то, что я говорю про это вот, на эту тему. Потом думаю, а что оставлю. Человек не оценит все равно такого поступка с моей стороны. И тут я узнаю, что, оказывается, я все снимаю для себя. Вот я, значит, 10 вечера уселась обозревать то, что я сегодня в Ярике купила исключительно для себя. Думаю, блин, у меня 9 десятых наполняемости канала исключительно запросы людей. Для людей. Ну, вот в очередной раз узнала, что для себя. Короче, хрен с ней, с этой фейхуёвой, фейхуашной мадамой. Вторую покупку я обозрела. Я очень хотела себе рюкзак. У меня еще спортмастер. Внезапно не прошло и 2 лет. Ровно 2 с лишним года прошло. Как, ну, 2 года и немного. Да, 2 с лишним года прошло, как я у них заполнила анкету на сайте по поводу этой, значит, карты их голубой-синей скидочной. За покупку там что-то 50 баллов, что ли, начисляется или что-то так. И, короче говоря, они мне прислали смс-ку, типа, да, вот мы наконец-то вашу карту, эту анкету проверили, вот вам 500 баллов там до 15 августа, потратьте их. Зашла, скачала приложение на телефон, что-то там сделала, зашла, зарегистрировалась в этом приложении. Они мне еще докинули, у меня, в общем, было 800 баллов, которыми я могла оплатить до 30% покупки от суммы. Ну, я, значит, я хотела рюкзак. Мне еще подруга, я говорю, как-то встретила одну свою подружку, говорю, слушай, ты в Ярик не поедешь как-нибудь летом? Говорю, так и так. Ой, да на Озоне закажи то все. Я думаю, блин, на Озоне по большей части такие цены. Короче, мне этот рюкзак вместе с одной фиговиной, впервые в жизни такую фиговину купила и попробовала, сейчас скажу. Вообще не знаю, как это такое люди едят. Рюкзак мне обошелся в 665 рублей. Я думала, что, ну, там разные всякие смотрела, там, думаю, ну, 1500 куплю, вот, с учетом еще этих, за минусом бонусов этих, как-то так. Ну, не меньше, ну, где-то так вот. Ну, и ремень я думала, что-то около 1000 куплю. В итоге, вот, сам рюкзак 595, и вот эта фигня 70. Эта фигня, она уже открытая, я ее попробовала, как вы уже поняли. Это у нас какой-то протеиновый батончик с черникой. Чтобы не травмировать кого-нибудь, я покажу вот так. Я его тут пару раз куснула. Жуется совершенно непонятно. Крепко. Я почему-то думала, что он шоколадкой. Он вроде как бы мягкий, но такой крепкий. Состав у него такой тоже слегка странный. В общем, батончик обошелся в 70 рублей. А мне, ну, говорят, что типа вот у вас, если на 2 рубля еще что-то купите, то в спортмастере можно на 2 рубля купить. У них пакетики, наверное, и то 2 рубля не стоят, и то их как бы дают в подарок за покупку, да, бонусом. То у вас там вот такая-то скидка. А так скидка типа сейчас не пробивается. Ну, я смотрю, у них батончики, думаю, ладно, мне говорят, или типа для девушек шоколадный, или вот этот вот. Я взяла вот этот вот. А цена там вообще не написана, думаю, хрен с ним. Но куплю этот батончик. В общем, у меня все вместе вышло на 665 рублей. И из них вот 595 рублей этот рюкзак. Изначально он там 999 стоил. На него была скидка, он 16%. Плюс еще вот эти баллы у меня списались. Я не знаю, зачислилось что за покупку или нет. Но сейчас у меня там 517 еще баллов. И мне сказали, что вот эти 517 баллов я могу потратить до 15 августа. Если не потрачу, то они сгорят.
Но я вроде как бы туда больше не собираюсь. Короче, мне надо было рюкзак, чтобы, допустим, поехала в Идры. Положила в этот рюкзак, повесила его за спину. И не геморроится, что с багажника может что-то ухреначиться, что пакетик может порваться и там оттуда что-то вывалиться. Он у меня сейчас раскрытый. Я сначала смотрела, значит, такой рюкзак, такой черно-серый. А так как я слегка, ну, ботинки, конечно, мужские, от женских туфель я отличу. Ну, с детства, сколько себя помню, я не очень так вот вникаю, где женская одежда, где мужская. Ну, могу и... Не, ну, юбку я могу отличить от шорт тоже. Ну, бывает такое. Я, значит, стою, вникаю то, не то. Он слегка поменьше был. Ну, где-то, может быть, на 1/3 поменьше. Ловлю продавца, понимаю, что он продавец. Хотя спросила на всякий случай. Я говорю, простите меня, я говорю, я вот это путаю мужское, женское. Я говорю, это к женским рюкзакам относится. Да, да, это типа женские рюкзаки. Он говорит, а вам типа именно такой маленький надо? А то он типа, он там синий есть. Ну, типа красивенький такой, типа женский, все такое. И показывает мне синий. У того было внутри отделение такое, наверное, отдельное. Ну, вроде как, и маленькое отделение спереди. А тут отделения внутри нету, но отделение спереди очень даже приличное. Короче, я хотела такой, как у моего приятеля. Правда, у него, смотрю, куча этих рюкзаков. В последнее время у меня на фотках, которые мне попадаются увидеть, встречается желтый рюкзак. В общем, он на 30 литров. Вот здесь вот у нас отделение такое. На змеечка. Я спрашиваю, говорю, если я попаду под дождь, он... В общем, если я попаду под дождь, с ним он не намокнет. Там ничего не намокнет. Это у нас Вояж 30. Адвентюр. Или что-то в этом роде. Тут у нас, я так поняла, двойная змейка. С двух сторон можно застегнуть. Кстати, внутри тут что у нас вообще? Сделано в Китае. Полиэстер. Глажение запрещено, химчистка запрещена, сушка в машине запрещена, не стирать, не отбеливать. Видимо, стирать руками. Ну или как его вообще чистить? Ну или как-то так, хз. Вот эту фигню написано отрезать, ноженки нарисованы, но я потом и отрежу. У него еще такая вот прошитая как-то удобно спинка. Грубо говоря, тут вообще 4 отделения всего. 3 кармашка и отделение. В общем, я еще хотела, чтобы кармашки были на сеточке. Вот бутылочку с водой вставить, да? В общем, тут кармашек. Вполне себе очень даже рука влезает. Ну, в смысле, ладошка. И тут такой же кармашек. Я думаю, даже при желании можно в деревню с таким сварить. Положил сюда все. Он довольно вместительный. Тут, значит, эти лямки, они регулируются. И еще я его мерила, вот здесь застегается, и вот здесь застегается, и это все тоже регулируется. В общем, я такая в восторге совершенно с него. Сейчас даже застегну и покажу вам. Правда, тут я не сразу нашла, где это. Сейчас опять потеряла. И мне надо будет убавлять лямки, потому что, ну, сами лямки, потому что оно как-то мне... Может быть, поверх куртки, там, свитера, ну, нормально будет, но намного, все равно придется вот так. Как его там убавлять. Ой, тут даже вот так вот сделано, я не заметила. Ну, видимо, чтобы не натирала. Вот веревочка. Подальше отползу. В общем, вот такой замечательный рюкзак. И я думала, что это для красоты, но мне сказали, что если я докуплю какую-нибудь сеточку, то оно вот как раз под эту сеточку. Потом своего приятеля спрошу. Он в этом должен больше понимать, чем я, потому что я не вникаю. Не поняла вообще, что за сеточки. И вот он по скидке, он, короче, шел потом 849. Тот, который я смотрела, он что-то вообще 500 с чем-то был, но он реально на 1/3 меньше был. Я еще так продавца спрашиваю, говорю, а что лучше, говорю, тот или этот? Ну, говорю, там такая фигня есть. А тут, говорю, нету этой фигни. Ну, думаю, а что мне эта фигня, она ж не принципиально. Он говорит, ну, больше же лучше. Я так правда подумала, думаю, действительно, в принципе. В тот бы, наверное, может быть, бутылка-то даже бы и не влезла полторашка, если вот так вот ввести молоко из него. Тут у нас поясной ремень, грудной ремень, 30 литров объем, плюс дополнительный карман. Адвентюры – это новые маршруты приключений, широкие горизонты в любых обстоятельствах, в любую погоду, в любой точке Земли с функциональной, удобной и стильной экипировкой. Каждый день – это новое путешествие. Вот так.
общем, вот. Ну и мне дали под него пакетик. В итоге у меня все пакетики были в этом пакетике. Я, конечно же, еще зашла на Кирова в Ифраше. Но я отдельно Ифраше обозрю. У меня там карта приказала практически долго жить. Ну, я думаю, что же мне последний раз не приходила листовка. Мои родственники забыли, что ли, достать. Потому что у меня листовка на их адрес приходит. На бывшую предпоследнюю временную прописку. Потому что моя последняя прописка была. В общем, я год была прописана помимо этого еще и в деревне. Ну и этот, я зашла, думаю, куплю что-нибудь. И в итоге я это... купила чуть больше, чем чего-нибудь, потому что у меня чуть меньше, прилично меньше вышел этот рюкзак, который я хотела. Ну да, вот эту хрень я показывала. Так, что это у нас? Да, это вот как раз 595 темно-синий рюкзак, один размер на всем. Протеиновый батончик со вкусом черника, 70 рупий. В общем, 665. Так, потом я зашла, ну, изначально, конечно, купила этот держатель. Потом я зашла, купила ремень. Значит, потом я зашла в кофейню, идите в Инстаграм. Ссылка на Инстаграм есть и под каждым видео в Инфобоксе, и еще на канале. Там фотка этого, этой кофейни. Вообще на 249 покушала. Я забыла, фигня такая, мне сказала... это... продавщица, что это, сейчас скажу, блин, как же ее звать-то? Ну, типа чебурек, только без мяса, а с травой. Ну, всякая там зелень, там лук, еще какая-то требуха. И потом, значит, какой-то ролл Цезарь был, и вот чай я взяла себе с черным сахаром и Гринфилд. 249 рублей всего лишь, вот так, глаза и уши. Ну, правда, я потом хотела на автовокзале, получилось так, что билеты на один рейс уже не продавали. А водитель, который как бы, ну, типа, он вас посадит, не посадил, там я еще полтора человека была. И в итоге я купила билет на рейс, соответственно, позднее, на 17:40, и думаю, сейчас схожу в этот Северный ветер, или как он там, кафе. А оно закрыто, и столовая закрыта, и вообще все закрыто, я так офигела, такое шикарное кафе, 300 лет жило, и всех радовало, и вдруг закрыто. Ну, и в итоге я купила шаурму за 120 рублей, частично ее сюда привезла. Я заметила так, я что иногда ем-ем, понимаю, что уже вообще есть не хочу, наелся. А тут думаю, блин, ну что это, как я ее куда дену-то? Не дошло, что можно пакетики завернуть, ее завязать и до дома доехать. Сама себе потом мозги вправляю, мысленно так, типа того, что Лёля, если понимаешь, что уже есть не хочешь, нафиг давиться. Можно съесть дома. Короче, я зашла после кафешки в Спортмастер. А после Спортмастера я поперлась в сибирскую аптеку и купила одну упаковочку. Это тысячного. Я тут подумала, ну, нафиг мне две, потому что у меня как-то было две. Я одну куда-то засунула и забыла. А потом нашла, у нее уже почти в срок годности скончался. А тут я с прошлого воскресенья капаю капли, как с деревни приехала по утрам. И у меня вроде как она подзаканчивается, эта бутылочка. А в деревне еще одна, но она в деревне. Я решила, что надо купить. К тому же у той, ну, у нее... она в конце этого года закончится. А тут срок годности у этой до 26 февраля 2021 года. И 27 февраля этого года она свояена. Сейчас они идут по 200 рублей. Это сибирская аптека в Ярославле на Свободе. Так. Потом я зашла, значит, в Ифраше. А потом я поперлась... кстати, в Ауре я зашла в Ревгош, хотела одну штуку купить, но поняла, что цена есть, а штуки нету. И вообще что-то в Ауре Ревгош такой вот, будто мамай прошел, будто он как-то сократился. Думаю, ну зайду в другой Ревгош. А потом так подумала, нафиг мне этот Ревгош, там чисто из-за холики с этим алоэ. Алоэ у меня пока есть, хоть и от Линоферма. Думаю, если что, на Озоне закажу. Кто-то тут шарахается. Какой-то кот. Че ты тут шарахаешься? По пене не лазал. Тише, не буйствуй. Ну и я в итоге пошла, помню, что на Свободе, оказывается, там 2 года назад было, там был такой магазинчик чайная, Чайковский или что-то в этом роде. Он, оказывается, закрылся год назад, и сейчас там другой магазинчик. Я думала отдельно обозреть, но я во флудилку скинула свои мысли по этому поводу. И все-таки, наверное, в Ярославле большинство людей, которые
ну, не настолько разбираются в чаях, как, допустим, я, да, или еще там полтора землекопа. Поэтому пусть уж покупают там чай. Если хотите, я потом каждый заварю по отдельности и продегустирую как бы на камеру или там свое мнение скажу, а если нет, ну, значит нет. В общем, магазин называется Ярти, весовой чай, чайные купажи. Вот они мне дали, у них есть сайт, короче, дали визиточку там, сделали мне эту виртуальную карту или типа того, что если приходишь в магазин, и там 5% с покупки начисляется мне там... Вышла покупка на 440 рублей, 22 рубля у меня начислилось, и вот со следующей покупки у меня может быть эта скидочка списаться. Номер телефона называете, и будет вам счастье. В общем, www.ert.com. Вконтакте у них есть группа, я из телефона глянула, тут весовой чай, чайные купажи и розница. И внезапно узнала, что у них доставка раз в неделю в Угличе есть, кстати, по Ярославлю, минимальный заказ 500 рублей, от 500 рублей бесплатная доставка до дома или до офиса. Это если вдруг кто-то из Ярика меня смотрит и хочет что-то подобное. Ну, у них на сайте. Как я поняла, оплата там вообще любая. Я наличкой платила, потому что у меня была как-то вот в этот раз наличка, а не на карте. Но можно и платить картой. Правда, я когда зашла в магазин, я-то думала, что в предыдущий свой тот. Захожу, зашла, смотрю, какая-то комнатка. Все выглядит как алкогольный магазин. Я так с порога говорю, извините, это чайный магазин. Оказалось, что действительно это чайный, хоть все, практически все в бутылках стеклянных. Дизайн, конечно, интересный такой сделан. Вот кто был в Коломне, в музее пастилы, там вот где вот отдел вот этого чая, вот что-то похожее. Такое вроде как начало от прошлого века, скажем так. Конец позапрошлого века. Но я все-таки немножко пройдусь. Ну, нельзя в стекле. Может, как вот чисто для виду, что вот немножко в стекле там стоит, вот так оно выглядит на свету. Я выбрала три вещи. Но вообще, я думала, что мне моты взвесили, но, видимо, продавец меня не понял, и в итоге мне взвесили то, что я заплатила. Без моты. Во-первых, меня немножко удивило очень сферически странное ударение в некоторых словах, на некоторых названиях чаев. Во-вторых, человек, наверное, привык, что все вокруг дебилы. И да, кстати, в Углич поставляется, я и говорила, и внезапно поставляется в какие-то там опятов. Моя подруга там была, сказала, что вполне вменяемо. И вроде как в Успенскую гостиницу. Я, правда, не знаю, сколько там доставка стоит этим курьерам раз в неделю. Но я думаю, что если все-таки мне приспичит чай, я все-таки закажу на ЧБ на приличную сумму, чтобы там, по-моему, на 2500 заказываешь, и бесплатная доставка Почты России идет по предоплате. Потому что вот, видимо, что-то такое... Ой, точно, у него же был камушек, который я ему отдала. Я надеюсь, он там ничего не шарахнет у меня. И он, видимо, его достал, судя по звукам. Камушек самый большой, который я, кстати, так еще не обозревала, все эти камушки с Абхазии, ну так вот, чтобы вполне вблизи, типа АСМР, на так постучать. Мне тут ВКонтакте писали, мне такие люди прикалывают, привет-привет, типа, когда АСМР? Ну, типа, я говорю, вот ХЗ много дел в саду. И все. Причем обычно, когда спрашивают, когда АСМР, ну там или еще что-то, чаще всего спрашивают, когда АСМР, то тут же ждут ответа, а тут так делают вид, будто вот, ну, не надо это им. Тиша, ты мне тут штатив не снесешь. Давай ты потом как-то это достанешь, когда я тут уже доснимаю все. Тишу, в камеру сунуть, что ли? Ох. Тиша. Вот он, тиша. Не. Не надо рвать бумажный пакет, он хороший. Не надо ремень мой грызть, он тоже хороший. И не надо грызть ремень от этой камерной сумочки. За ухо сейчас тебе подеру. За ухо. Мя. Вот тебе мою ногу лучше. Короче говоря, хреновенький там выбор. Ну, знаете, вот в сравнении с тем, что в ауре закрылась Кантата или куда-то переехала на безрыбье и рак рыба. В сравнении с тем, что у нас в Угличе, это вообще шикарно. Но тот магазин, он был очень классный, он мне нравился. Там, в том магазине была смола пуэра, в этом магазине нет. Я спросила смолу пуэра, мне что-то такое выдали, чтобы второй человек за год, кто это спрашивает. Я считаю, что если ты ценишь своих покупателей, то ты привезешь совсем чуть-чуть этой долбанной смолы пуэра, но у тебя ее купят, и у тебя будет прибыль.
Мне было сказано, она же такая дорогая. В общем, честно, из обрывков каких-то фраз продавца, из того, что я видела, а я как бы много чего за свою жизнь видела, приличного чая, там очень дешевый, очень дешевые варианты разных эксклюзивных чаев, разных обычных чаев, по большей части дерьмо. Колодец дракона выглядел как-то хреновенько. Мне попадался похожий колодец дракона, самый такой, ну, самый бюджетный вариант, парашненький колодец дракона. Гуанинь, там как-то на него так ударение ставилось, что я не сразу поняла, что это гуанинь, но я не запомнила, как он там произносил это название. Короче, она сначала думала взять, глянула цену, ну, в общем, средненький парашненький, средненький дешевенький чайчик китайский, с местами завышенной ценой. Ну, на ройбуш тоже по большей части цена завышена, хоть он и не китайский, но не совсем тот вариант, конечно, что я хотела бы, но я хотела ройбуш купить в Кантате, Кантату я не нашла, может, она куда-то реально в Ауре переместилась, или вообще куда-то переехала из Ауры, я не знаю. Может, в следующий раз мне повезет больше, но я говорю вам, не показываю, да, я сейчас вам просто покажу это. Такой тут этот, конечно, тут всякие надписи, подходит детям, беременным и кормящим женщинам, будто вот как бы чай, вот будто это лекарство какое-то или еще что-то. Я взяла по 50 грамм всего, это сейчас скажу, почем кайф на рынке. 140 рублей за 50 грамм. Если бы он был длинная иголка, вот в Кантате даже так называлось, я еще понимаю за 140 рублей. То за 140 рублей я за 100 грамм. Ну, что было, то купила. В принципе, я его и хотела просто купить ройбуш. Ну, середнячок такой. Я увидела эту гуанинь, она выглядела, вот знаете, иногда в Гринфилде попадается гуанинь. Вот вообще. Вот примерно то же самое. Лучше найдите Гринфилд, чем что-то там покупать. Но если, конечно, в Ярике это теперь единственный чайный магазин, и Кантата куда-то свалила, вообще на весь Ярик только такой единственный этот магазин, и он не вообще единственный на весь Ярик, то ладно, хорошо, на безрыбье и рак рыба, потому что вот, ну, если ничего не достать никак, или на сайтах заказать не в моготу, то можно и этим довольствоваться. Потому что бывает, в принципе, и хуже. Куда уж хуже. И чего огромный такой, длинный такой видос, болтливый. Но это сейчас уже последнее в этом видосе, вот этот чай обозреваю. В общем, еще что там. Ну, в общем, мне сказали, это же так дорого. Думаю, ему кто-то там, что какой-то покупатель ему посоветовал, что вот, ну, обычно возят по штучкам. Думаю, обычно по штучкам и продают. Я думаю, ну, она, в принципе, она дорогая, но не настолько дорогая. Пуэр сам по себе дорогой чай. И там как-то, ну, такой хреновенький выбор. Там хороший выбор для тех, кто любит не выпендриваться, скажем так, ну, кто не в том плане, что вот люди типа меня выпендриваются, когда пьют что-то такое. Я имею в виду для тех, кто не привык пить что-то такое, кому вполне сойдет черный чай с какой-нибудь требухой. Мне там предлагали масалу, он открывал эти крышечки. Че ты орешь, Тиша, подожди, а? У тебя же там есть еда, шарик ты свой не нашел, я так понимаю, ну, там его точно нету. А где ты его тут закатил, хз? Короче, масалу. Выглядела эта масала, вот я дома с микширу, оно будет лучше выглядеть. Мне еще был сказано, что они сами там это все купажируют, что у них только там натуральное, все там натуральные эфирные масла или типа того, и натуральные добавки. И вот этот купаж этой масалы, я еще так это посмотрела, говорю, это я могу дома сделать. Ну и продавец, видимо, решил, что он, ну, как я уже говорила, это из таких людей, которые думают, что они там дофига вот эксперты. Там до эксперта, скажем так, ну не как до Луны, но далеко. И он мне какой-то еще скидывает вот черный с саусепом, а там вообще-то не саусеп, а вот апельсинки такие сушеные лежат. Я не знаю, где они это закупают, еще что-то. Конечно, хорошо, что они вот открылись, а хорошо, что они существуют, функционируют. Но
не то. Вот на любителей чаев, как вот мои родственники, там и близкие всякие такие, близкие родственники любят, там черный как, с какой-нибудь травой по большей части, там, ну, зеленый с какой-то, с какими-то там цветами, это фруктами, оно подойдет, вот там люди могут найти много всего интересного. Но вот что-то путное, и вот мне человек стал выпендриваться, что кто-то, я у него спросила, говорю, у вас сенча есть? Он, да-да, сенча есть. Я говорю, только, говорю, пожалуйста, японская, а не китайская. Я говорю, тут купила как-то китайскую сенчу, говорю, вообще день и ночь. Он, ну вот у нас есть вот такой чай, это типа изначально японский, я понимаю, что это вообще не японский. Никогда и такого названия не было там в японских чаях. Но его тоже уже выкупил Китай. Я так ехала в Угличе, думала, блин, ну да, бедные японцы, у них весь чай выкупил Китай. И в Японии нет чая вообще. Его опахивают китайцы, и все вырезали там китайцы, и теперь все это чая в Японии никаким местом не растет. И типа того, что это... Вот все равно, что там кто-то просил у меня матчу... В общем, матчу привезти. Он ее так обозвал, я... С третьего раза поняла, что, ну, не переспрашивала, с третьего раза поняла, о чем он говорит. И он спросил, сколько надо, там 50 грамм. Ну вот, и прикиньте, на 50 грамм мати надо 10 тонн килограммов, хрен знает что, он какую-то запредельную сумму назвал, листьев перемолоть. Я думаю, блин, человек, ты хотя бы это, ну элементарно, он еще пару раз что-то такого сказал, я говорю, да-да, я говорю, я разбираюсь чай, я говорю, раньше занималась чаем. Ну, видимо, человек считает, что если ты ему говоришь, что ты занимался в чае, то ты все равно дебил. И начинает мне как-то, я говорю, асам. Ну, там, значит, асам был и лапсан сушонка. Я помню, как-то мне так хотелось лапсан с сушонгом. И ощущение было, что я вот чувствую этот лапсан с сушонгом. Вконтакте еще жаловалась, что хочу лапсан с сушонгом, нигде его не было. И увидел этот лапсан с сушонгом. И мне так говорят, ну да, это на любителя, и кудин рядом, о, кудин. И кудин начинают уже так это, ну типа кудин такой плохой, такой невкусный. Вообще-то я говорю, кудин, хороший, говорю, у меня много кудина, говорю, запас такой целый. Я говорю, и кудин, говорю, в принципе, пьют, когда простужен человек. Китайцы его пьют, когда они болеют, ё-моё. Ну, в общем, по профанизму это, наверное, как вот в Угличе этот чай. Ваш чай, я не знаю, он еще существует или нет. Я помню, обзор тогда сделала, мне потом человек личку писал, но с таким... Между наездом, как бы дифирамб, но такой дифирамб, как наезд, типа того, что чуть ли не перезапиши ролик или еще что-то. Ну, если вы ножницами достаете из баночки стеклянной связанный чай, щипчиками, ложечкой, ё-моё, чем угодно, но не ножницами, а то уж это... сделаешь. В общем, лапсан ксушон, китайский красный чай, имеет необычайный аромат, копчености и вкус цветов корицы. А, и где вот написано, как заваривать, где не до конца написано. Вот смотрите, заваривать из расчета 1 чайная ложка на 200-300 мл воды в течение 70 минут. 7-10 минут, а не 70. Какой водой? Если я, допустим, вот первый раз такой чай покупаю, я ж не знаю, какой водой его заваривать. Кстати, насчет молодости чая. Ройбуш 24 месяца назад изготовления. Дата производства фасовки 12 ноября прошлого года. Сейчас у нас 30 июля этого года. Вот эти более молодые. Кстати, производитель Трио Шеф Сервис. Срок годности тоже 24 месяца. Я так поняла, что у них все 24 месяца. Ну, в общем, 2 года сохранится. Особенно вот мне прикололо, я в них ВКонтакте в группу зашла. То, что мне Влад присылал с Китая. У меня еще немножко осталось. Это жасминовая жемчужина. На пакетике был такой вот этот штамп китайцами написан, что она живет вот этот пакетик месяц. Но у меня он уже давно живет, потому что я забыла про него, я куда-то его сунула на видное место еще в той квартире. Она шла уже, когда перевозила вещи, разбирала здесь. Короче, тот пакетик, там два было пакетика, один меня близкому родственнику задарила, потому что близкий родственник любит такой чай. И вот там реально за месяц он ушел как бы. И... Ну, такие-то крутые чаи, они реально недолго живут, потому что там они уже теряют какие-то свойства, не такие свежие, не такие вкусные. И то, что называется жасминовая жемчужина, внезапно жемчужина дракона. Или жасминовый дракон, хз. Ну, как-то я ВКонтакте в их группе глянула, ну, вот я знаю, как оно называется, я знаю, что это такое.
Но кто они, откуда они эти названия берут? Тут у нас 10.07 наш лапсанг-сушонг. Не, конечно, красивый, хороший дизайн, но это вам не булочка из пекарни в Эстонии, в Таллине или еще где-нибудь, в каком-нибудь Петрозаводске. Это чай. На кой хрен его в прозрачный, полупрозрачный пакетик сувать? И вот еще. Кстати, сейчас скажу, почем кайф. 170 рублей. Это вот у нас, наверное, был Баймудани. 130 рублей – это лапсанг сушонг. И тут на чеке идет у них, вот у нас, допустим, также пишут до сих пор Ермолино. Позиция по свободной цене. Или позиция по свободной... Да, вот именно в Ермолино позиция по свободной цене, потому что вот магазин угрических сыров, он пишет на чеке именно то, что покупаешь, без позиции по свободной цене. Тут у нас накопление 5%, накоплено 22 рубля, получено столько-то, такой-то этот самый. И магазин находится улица Свободы, дом 11/37. И вот у нас лапсанг этот, Баймудань. Белый пион. Последний раз я покупала белый пион в коробочке от зеленой панды. И вот знаете, я не заваривала, потом заварю, конечно же, узнаю, что это. Вот. Зеленая панда, у них по 75 грамм упаковочка была. Я не помню уже цену, но она очень хорошая на самом деле. Вот эта зеленая панда, этот чай у нее. Здесь у нас более внятная информация. Заваривать при температуре 85-90 градусов 2-3 минуты на 450-500 миллилитров воды необходимо 3-5 грамм сухой заварки. Тут 50 грамм. И она у нас тоже 10.07. В общем, вот такой у меня обзор покупки. Сейчас еще и фраше отдельно запишу. Всем спасибо, кто осилил цел болтливый обзор. Надеюсь, я его смонтирую до того, как свалю в деревню. Ну, завтра мне надо будет в темпе вальса перевести и сдать главу Солебоку. Потому что другой переводчик уже сдал предыдущую главу. Ну и как-то, как бы надо. Всем хороших покупок, скидок и тому подобное. Всем пока!